Всем привет! Добро пожаловать в мою оранжерею. Весна в разгаре. Сегодня 8 апреля. И хочу показать вам свои растюхи. Ой, как мне нравится полочка в таком цвете. Я уже говорила, что я ее перекрасила в белый цвет. И мне так очень-очень нравится. Смотрите, как эффектно выглядят растения на белой полочке. Особенно с этой стороны, со стороны кухни. Вот такая декоративная решетка, ну прям вообще красота. Еще и бугенвиллии, свисают. Такие цветущие, яркие. Здесь тоже. Вот такая полочка получилась. Этот красавец у меня, флебодиум. Посмотрите, кучерявый такой, листья огромные. Могу сказать, что вообще неприхотливое растение. И очень-очень декоративное. Вообще красавчик. И там у него, видите, еще лезут листочки, ваечки. Красавец. Но здесь у меня в основном орхидеи. Орхидеи цветущие. Но некоторые уже где-то цветочки сбрасывают. И снова появляются цветоносы. То есть вообще вот постоянно они у меня цветут. Но мне пришлось сюда сделать лампу. Но лампа у меня такая обычная. Ну, такой дневной свет. Но все-таки это в глубине комнаты. Хотелось бы, чтобы полочка эта посветлее была. Здесь у меня переехала сюда кроссандра. Рядом с гордением. Ну, кроссандра у меня немного отдыхает. И смотрю, у нее вот все начинается опять цветение. Ну, знают мои подписчики, что она у меня цветунья очень хорошая. Цветы очень пышные. Очень пышное цветение у кроссандры. Вон весь кадр. Орхидейка попала. Ну, красоточки. Кацо всем привет передает. Хочется каждую прям показать. Это прям невеста. Вся белая. Весну, конечно, растения очень-очень чувствуют. Это видите, какие края. Но этот сорт у меня вообще очень давно цветет уже. Уже меньше цветов осталось, но все равно. Ну и гордению покажу. Ну, гордения у меня закладывает бутончики везде. Видите? Появляются бутончики. То есть она тоже у меня периодически, ну, можно сказать, постоянно. На ней появляются цветы. Вот видите, тоже там цветоносик виден. Антуриумы. Очень такие пышные. Тоже начинают цвести. Здесь у меня красный и белый.
И моя сенсация с патифилум вообще. Он у меня одно время как-то не рос. Видимо, наращивал корневую. А сейчас просто у него такие листья огромные. Ну, красавец, конечно. Здесь у меня свисает бугенвиллия. Моя красотка. Видите, какая ветка большая. Там у меня с окна. Само растение стоит на окне. И обе два вот этих сорта белая и вот такая бело-розовая. Видите, такие ветки выросли. Я их просто за гордину там зацепила. Вот, и очень красиво смотрится так. Такие шары. Ну, вы как видите, у меня на окнах буйство красок. Сейчас подойду поближе, покажу. Ну, это тоже сорт такой очень красивый. Посмотрите, красота. Ну вот, подхожу к окну. Посмотрите. Какая красота. Какой цвет. Обалдеть. Так мило, так нежно смотрится. Здесь вот такие яркие. Такие подсветники тоже. Бугенвиллия, конечно, вообще красотка. Посмотрите, какое буйство на подоконнике. Посмотрите. Такие предцветники большие, яркие. Прям глаз радует вообще. На улице еще снег, несмотря на то, что уже 8 апреля. Вот это хочу еще показать. Нравится мне. Тоже у меня папоротник такой. В общем, все цветет и благоухает. Здесь папоротники тоже у меня. Они даже, знаете, стали такие более зеленые. А все-таки они тоже любят, когда и попадает солнышко. Здесь такая полочка тоже над аквариумом. Тоже бугенвиллия. Кто-то начинает цвести. Здесь у меня варигаточка. Ну и здесь тоже, посмотрите. В общем, такой зеленый уголочек получился. Ну, пойдемте теперь на другое окно. Ну, здесь у меня цветет вот белая бугенвиллия. Такая яркая тоже. Тоже такой нежный цвет, такой слегка розовый. В общем, бело-розовая, но тоже очень нежно смотрится. В общем, бугенвиллии практически все цветут. И кофейное дерево. Я сегодня проснулась и чувствую такой аромат, такой приятный такой аромат. Посмотрите, распускаются цветы. Но запах вообще, я не могу даже его описать. Как дорогой парфюм какой-то, очень приятный, прям пахнет. Смотрите, сколько цветов. Просто обалдеть. Кацо здесь у меня вообще балдеет. Тут у меня мурая по соседству цветет. Она тоже запах имеет. И кофейное дерево. Тоже такой насыщенный аромат, но ни на что не похоже. Очень приятно пахнет. Здесь у меня хочу показать филодендрон карамель марбл. Ой, вообще, он такой огромный у меня.
просто огромный. И мне он так нравится. Он, видите, цвет листьев молодых имеет такой прям буро-коричневый такой цвет. И потом листья уходят в такую зелень красивую, темную. Но края листьев, видите, бурые остаются. Смотрится, конечно, он шикарно. Даже без варигатности. И посмотрите, какое цветение. Он у меня очень часто цветет. Видимо, ему хорошо так, что он у меня цветет постоянно. Я даже ему, знаете, обрезаю эти цветки, чтобы он как бы больше силы тратил в листья, потому что цветы, все равно там красоты нету, цветов, а вот листья, конечно, очень красивые. Ну, это моя большая шифлера. Ну, и схинантус тут. Это моя монстера. Но все равно я ее люблю, она мне нравится. Хоть у нее варигатность, знаете, такая как бы по минимуму, но все же она есть, и все равно вот эти листья где-то имеют больше белого, где-то меньше, и все равно красиво. Здесь вот тоже. Но все равно она хорошо смотрится. Здесь у меня зеленая монстера рядом с ней. В общем, поставила я их по соседству. Ну и пойдемте в мою маленькую комнатку. Здесь у меня тоже стоят растения. Фикус. Таберни Монтана. Она у меня цвела недавно. Сейчас вот листики нарастают. Там у меня тамарин. Одеша у меня здесь стоит. Тоже, видите, цветет. Такие простые, но красивые цветочки у него. Там у меня филодендрон. Розовая принцесса. Наконец-то тоже стала расти. Видите, краешек какой розовый-розовый. Тоже она у меня что-то мучилась, не росла. Вот прям хорошо стала расти. И листочек такой крупненький вылез. Здесь у меня бутилоны. Посмотрите. Цветем. Видите, какие красавцы. Желтый тоже. Решил отвернуться. Давай повернем. Ну, здесь у меня так. Здесь тоже бугенвилли, смотрите. Тоже такие прицветики большие. Цвет прям желтый. Красотка. Там наверху тоже, посмотрите. Ну и много растений у меня уже переехали на веранду, так как там плюсовая температура на веранде. И в ближайшее время я сниму и покажу, как я их там расставила. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, пишите комментарии. Увидимся в следующем видео.